Как я рад. Приехал снова в Таиланд. Первый день после перелета в Бангкоке. Как я рад. Ждем, когда придут наши чемоданы. Бангкока. Что-то их не видно. Как бы они без нас не уехали бы. Саша, стихи придумали себе. Как я рад, что приехал в Бангкоград. Угу. Бангкоград. Думаю, здесь не оценят. Рифочка. Да прям постоянно, да, Валя? Постоянно. На пляже? Бабуленца, будь серьезен. Ира? Говори. Голливуд. Как тебя зовут? Каша. Валера. Мой подъезжает. Девушка, наш чемодан берешь. Вон он наш, видишь, заскочеванный? Какой? Вон тот, последний наш. Витя, не твой? Мой. Твой? Повезло тебе. А вот он и мой чемодан. Ирка, 30 градусов жары. Охренеть. У нас такой добрый таец там делал кофе, да? Алкаши несчастные. В одной руке значит эту манго, в другой пакет хватает и бежать. Хрен догонишь. Ну а там какой-то. Смотри, аптека попа. Вот такие у них интересные названия аптек. Называется попа. Thank you.
25 бат. Завтра надо оставить. Слишком много. Вот, смотри, ценники. А вот там где-то шаурма. Пошли-ка в Адюрбе, это прайс на путешествие. А храм истины есть у вас? Ой. А он сколько стоит? Мадам, да. Ты что? И что ты сделал? Я хочу украсить. Потом выключишь. Сейчас, подожди, подожди. Я понял, ты же мы изучим, ладно? Обмен курса 35,93. Курс доллара по отношению к бату. Самый выгодный на сегодняшний день. А полей по-русски. А, Новосибирск? Да, да. Да, мы Новосибирск. О, где Новосибирск? Да. Чуть-чуть, да, 30. О, да. Новосибирск это ссылка? Длинные водоя, да, 40. Северную прибавку. Так нам должно, наоборот, скидка. А то нам валенки не на что покупать. Кстати, тараканы жареные, слышишь? Семечки, хочешь тараканов? Привет! Мама! Привет! Не, ну! Это привет, так и да, 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 да! Я обижаю! Да! Красивая, не учу! Подожди! Учи на фото, объясняй! Что ты хочешь? Путничек. Привет. Привет. От Вилла и Ульяны большой привет. Ярославль, а ты пишешь Сибирь. Сибирь. Ой, ты тебе что Сибирь что? Ух ты, русские песни, слышь? Мне показалось, чему, а там хмой, юрга. Хочешь крови? Ну что ж, я такой же, как ты. Только стоит ли Бог затевать смертный нам? Слышишь, Лара, кто за мной? Чизы. Дай, чтоб тараканы было видно. Я не знаю, как это будет, брат. Я не знаю, как это будет, брат.
Доедим все, что есть. Только не надо, а и пожалуйста. Dream World, тайский Диснейленд. О, мы там не были. Для взрослых и детей. Крутые аттракционы для всех. Герои мультфильма для тебя. Марина, это детская программа, не надо. Так, Мальвина будет как раз там. Что, Ира, ёбнулась? Герои мультфильма Буратино, Мальвина. О-о-о, Мальвину пригласим с этого рынка, как у вас, нашего. Блин, как же он называется? Вот смотрите, Валера, Ира. Картон, аквапарк новинка. Изменительное посещение. Это с чем? Да. Есть много. Ну, мы не такое брали. В прошлый раз мы не брали такое, как ты брала. Мы брали немножко другое. Я брала какое-то шоколадное, вы брали всякие. Честно, хоть что. Саша, вот это мое любимое мороженое. Уфимцева, это что, твое любимое мороженое? Марина, твое любимое? Это мое любимое. Дай-ка я еще раз повнимательно рассмотрим его вот так. Нифига раз тебя ростом почти. Стакан. Да шикарно, я тебя поем все равно половину. Витя! Валера, дыню убери свою. Так куда ты очки снял? Ты как профессор был, ты чё? Говори по-русски. По-русски говори, я понимаю. Тебе тоже? Не иди, фоткайся и уходи. Спасибо. Варечка, это шедевр? А, Варечка? Это настоящий шедевр. Настоящий шедевр? Марина образилась, я ограбила. Еще раз, Валера, я же не закончила. Вот сейчас самая красивая была. Вот предпоследний раз самая красивая была. Красивее же не бывает. Валера, вот предпоследний раз она самая красивая была, неотразимая просто. Ира, смотри.
это, вот это. Она даже не въехала, слышишь? Уфимцева, ты что, не въехала, что ли? Счастье-то какое. Это моя самая дорогая женщина, Борисочка. Это Бабуленция, мой друг. А это Валерик, мой телохранитель. Это Бабуленция, друг. Раша, халло. Мы любим халло. Халло, Раша. Раша. Еще одна, вон она пришла. Если его упустит,
Это самка.
огромное. Это не опасно, не опасно, это вкусно. Это вкусно, Дима. Не бойтесь, не бойтесь, чутка, чутка. Это не опасно. Не бойтесь, пожалуйста. Это не опасно. Смея. Это вкусно. Привет, мадам. Эй, мадам, я вас люблю. Давай, давай. Я вас люблю. Итак, он поймает подкрепную змею своими зубами. Давай, давай, это вкусно. Это спагетти. Это твои спагетти. Коллективно. Будет из чистого золота, стоимостью 3 миллиона долларов. Как это технология нанесения? Ну, сколько-то вливают. Нет, они здесь стоят, пойдемте вниз. А где спуститься? Слева. Да слева спустим. Так, не надо. Что, солнце не мешает? Солнце не мешает? Кончился? Ну, Саша нас с ним. Потом уже мы... А фото сделай, не видео. Фото будет херня. Наскальное изображение Будды и миллион китайцев. А теперь давайте все вместе. Саша. Вставайте все, все, все лохи. Вставайте побыстрей. Так, иди сюда, тетя Мотя.
Вот моя дорогая, любимая женщина Ларисочка нас снимает. Она профессиональный фотограф, снимает на фоне Будды. Сейчас. Ну, блин, Марина. Мухтар, сидеть. Сейчас. Что ты сделаешь? Нас, кадет. Зачем снимаешь? Вообще, я не понимаю. Зачем ты это снимаешь? А он на черепахе сидит. Буду на черепахе. Языки еще покажут. Раша туриста. Публика бара Лихтенштейн. Валера, ты такой деликатный, это так бывает редко. На камеру какой-то такой деликатный. Другая вода, да? Такая бирюзовая. Ну да. Военный пляж, а там девчонки нашли. Жизнь удалась. Яковом прибить. А где она? Вот она. А, вот она. А, где она? Это на копочку? Нет. И сразу расколет. Сейчас, Аришечка, сейчас. Спасибо.
Саша, пойдем сфоткаем. Вот сюда, вот сюда. А, вот здесь, давай мы сфоткаем. Сфоткаем, не надо, давай. Может, и могли бы не так. О. Голубочки. А где я вот так? Пионерский лагерь. Артек. Младший отряд. Yes. Давайте вас. Все стоит пиздец. Это то же самое Toyota просто. В два раза дороже. Люксовая. Она убежала уже купаться. Она переодевается. А что, Валера, ты даешь дед, скажи тогда. Я балдею, блядь, там снимать нельзя, это снимать. Что вообще можно? Мы жирные, мы страшные. Аквапарк Рамаяна. Только начало входа. Номер там же, где и был. В том же пакетике. Ой, жарко тут. Ну пойдемте, пошли. Так, все на это пойдем? Пойдем. Работают. Видишь, наверху стоят люди, вон. Пошли на большую. А что, а где сланцы оставлять? Мы в этом оставили. Валера, оставь сланцы мои, бросить, я подожду. На. Ну ничего не думала, иди, давай. Блять, я вещи оставляю так вот с техникой, хрен его знает. Побыстрее. Девушки, не задерживаем, не задерживаем, быстренько. Видишь, там садятся, вот иди, иди, иди. Саша, снимай на камеру. Смотри, уроки, зря ты не взяла. Ребята, так интересно, а как снимать-то? Зря ведь с собой взяли. Вот
Ребята! Я тогда ничего не сниму, я поснимаю, а потом буду купаться. Слушай, ну Марин, ну еще времени дофига. Там ковыряется далеко очень. Они, наверное, вот так вот сели. Они долго, они просто. Они просто сидят, их течением несет. Зато я все мостики выучу, прикиньте. О, прикольно. Сейчас пойду. Я задницу отбил. А где? Я сел сюда, вниз. Ты вниз сел? Надо было приподняться на них. Ты уже встал в этом, где крутое место. Там перелом такой. Больно, да? Ну и как, ребята? Саша, ты должен здесь куда?
Немножко я вас не успел. Ну я говорю, надо было приподняться там. А? Надо было приподняться мне. А я на дне сидел. Валера, приподнимайся сразу, за ручку берешься. Но... Вот я впереди бы сидел, у меня бы... Ты видел, откуда мы долетели? Нет? Бабушка тоже наша. Нет наша? Видите, видите. А мы до верха долетели, ты видел, Валерий? Ну за счет веса, я так думаю, да? Не, мы из Марины долетали. Ну, прикольная горочка. Можно еще прокатиться. Тормозили, да, Витя? Витя, а чего так слабо? Мы до верха аж долетели. Наша. Сейчас еще буду смотреть. Ира, вообще не страшно. У меня теперь телефон не работает, Марина. А? Вода попала. Кто же с телефоном, блядь, спускается в трубу? Давай вперед выходи, молодец. Вперед, вперед выходи. Слышь, крик несется. Нормально, мужик пошел там еще. Пошли на те туалеты, покатаемся туда. Сейчас, сейчас, сейчас. Сидит, а подожди, Юрий, я снимаю сейчас. Вопли, только одна орала, больше никто. Да нет, давай скатаем. Мира орала. Это что, выключили, что ли? Вот как она туда запрыгивает, смотри, не обрывается, прикинь? И туда попадает, прикинь. Вот как она так, а? Спроси у инженера. Марина, а когда видно поступление фонтана? Помнишь, мы смотрели? Я-то не смотрела ни разу. Когда будет? Вон наши скамейки. Вот фонтанов, когда будет? О, наверное, Саша, сейчас снимайте. Это надо снимать на видео. А я на видео снимаю вообще-то. Обрывается. Почему так обрывается? Смотрите, она ровно заходит. Да, замечаешь? Она же не падает вот так. Да. А почему? Что, откуда так это? Это японцы придумали. Камеру свою что-то не брал. Я предлагаю на русской улице. Сначала я, нет? Нет, у нас у нас. Помнишь один большой пакет в прошлый раз? Вот я предлагаю там. Да, да, да. Блин, черное страшное. Там скидки дают. На деревянные нам уже не дадут, да? Да, деревянные, как думаете.
Никакие скидки нам уже не дадут, потому что мы скидки брали... Скидки нам дадут, наверное, на группу, даже на одну экскурсию. Шесть человек. Да несколько просто экскурсий гуляют. И да, у нас шестеро. Ой, бедненька, Петруша, отика. Витя, куда быстро Петруша? Куда? Они несутся. Другом быстро подрали. Вот петуха же. Куда? Пойдете, он собой, собой берет. Мини-зоопарк. Пошли посмотрим. Давай пойдем на подходку. Не успеет. А сколько времени? А где? Куда? А, вон храм. Вон храм. Все. Ой, нам еще 3 часа в обеда. Экскурсии. Чуть газонки со спочек убрать. Как он звонит? Вы что? А давай, Валер, меня после на улице. Юные строители. Алло, Раша, а Рустрой? Витя, одну каску сними. А для чего? А что, сверху падает? А рису, что ли? Я не понимаю, что надо. Что он сказал? Вас интересует? Марина, нас интересует экскурсия. А что табак? Не за деньги. Интересует это немного. Видит, смотри. Не получится немного. Нет, экскурсия, конечно, лучше. Я расскажу, что у вас совсем. С каждого по 100 бат? Нет, все 100 бат, просто со всех 100 бат. Ну давай, быстро. Давайте, быстро. На, Валер, давай, Валера. Жалко, что здесь нету. Я думаю, что так воняет какашками. А он, видишь, он говорит, тачки кататься, пожалуйста. Смотрите, вы видите, видите, он тачки, смотрите, кататься на лошадях. Он же оставляет, что вы нам ставите, сколько надо. Кому? Ему отдать. Ой, ты, господи, Димашка, ого-го-го. Какие-то ребра у него так. Вот сколько у него все так такие. Витя. Ну, коза. Вот здесь и штор затягивает.
На тебя похоже, Марина. Коза. Давай. Тебе надо что-то купить, а что, ням-ням есть? Два свада, я сейчас куплю тебе. Подожди, девочка моя. Сейчас, девочка моя. О, сувон, Лариса. Иди, я тебя сниму. Сколько стоит? Ты сам можешь сделать, да? Да, конечно, можешь рамку сделать. Сфотографируй, да и все. Расширил ее просто потом. Стиснули. Пойдет оно так вот? Кто ему дал-то 100 бат? Марина, иди сюда. Здорово. Все можно фотографировать, красавцы руками, это не сакральный качество, больше, по большей части музей можно сказать. Пойдем. Четыре часа, да? Пол четвертого. Сразу хочу сказать, что это новодел 1981 год, начало стройки. 35 лет. Он может показать. Ты все восстанавливаешь сейчас, да, смотри? Да, вообще просто он построен в стиле немецкой культуры, 15 лет. Вот так вот и все. Основа, фундамент железобетонный. От пола внутри здания начинается чистое дерево. Дерево в основном используется тиковое дерево. Ну, как, красное, коричневый этот тик, да? Коричневый этот покрашен. Это они сейчас восстанавливают полностью его, да? Они его строят и реставрируют. Я вам в процессе все расскажу. Сколько здесь работы, офигеть! День. Всего два выходных у них, получают 300 бат в сутки. Это выходцы из Бирмы, или нынче Мьянма называется эта страна. Их наняли, потому что дешевая рабочая сила, плюс еще у них народное ремесло здесь по дереву, соответственно. Никого обучать не приходится. Это уже династии, так скажем. Дедушки нынешних резчиков начинали в 1981, теперь уже дети, внуки продолжают это дело. А что они делают? Останавливают, видишь, вырезают. Сначала все эскизы, рисунки на бумаге, потом уже могут готовить точную копию из пластилина, будь то воск, гипс, ну, чтобы параметры увидеть в объеме. И потом уже начинают конкретно резать по дереву. Этим всем занимаются, чтобы не использовать современные технологии. Допустим, 3D-моделирование могло бы выручить,
можно было бы сделать за час. Но... Какие цели вы преследуете? Человек, бизнесмен тайский, звали его Лев Вильяпан, он начал эту стройку. Он же и имел специальность архитектора, соответственно, сам проектировал. Вот этими панелями будут отшивать внутри там колонны. Он умер в 2002-м, но завещал до смерти сыну, чтобы он довел дело до конца, а это будет сделано, когда все пустое пространство будет резным, кроме колонн. Такая цель. Потолки, стены, это снаружи должно быть изнутри. Но самая большая проблема то, что они принципиально не используют какие-то прокидки, чтобы сохранить свой труд. По их мнению, дерево живой материал, значит, в этом здании могут различные духи поселиться. А если будут использовать пенотекс, это, конечно, сохранить, я надеюсь, дерево, но тогда духи не поселится. Вот это такой философский подход, они говорят, что этой стройкой намекают на то, что ну, чтобы люди уникально не изобрели, не построили, все обязательно вырезать из полиэтилен. А религия, философия – это действительно вечная ценность. Ну вот эта вот подставка, так скажем, даст вам понять, какой был масштаб брусаев, которые сделали эту скульптуру. Вот такие небольшие из цельных брусьев, а там на крыше есть те, которые достигают 2 тонн, а там уже из многих элементов. Ну как это конструкция? Здесь ничего не склеено, это был цельный брус. Клей тут вообще редко, когда используют, в основном соединение крепления, но он еще вернется, там глазами, когда вот это офигеть. На столе его уже видели копию, да, макет там из пластилина, а вот оригинал уже сделали. Эта конструкция будет монтирована в потолочное пространство внутри здания, вот, в тайском здании. Масса очень большая, да? Да, конечно, да, дерево весит. Так вот, тут знаки зодиака, они, видите, все, в основном все детали скульптуры изготавливают в этой мастерской, потом уже монтируют само здание. А иногда бывает, что вырезают прямо там на месте, допустим, по колонне. Говорят, уже в сторону... Что, Витя, слабо вырезать? Конечно, да, но вы можете... А где мой знак? Твоего нету, он еще не придумал. А где дева здесь? Какая ты дева? Ты бабуля. Где? Такого знака нет. Вот это, да? Вот что у вас попалось. Нет, белый вот там вот это водолей. Это близнецы, наверное, две. А, да. Вот это, вот рыбы. Близнецы. А, вон туда дева пошла. Так, это весы. Вот это можешь делать. Нет, это рак. Они как-то и перепутаны все. Что-то льва нет. Рыба. Телец, вот он. Вон лев, вон рак. Это скорпион. Это Валера, это скорпион, рак вон он. Ну ладно, пусть ты будешь делать. Конечно, вы думаете, они вот такие вот деревья будут вырезать? Конечно, нет. Они рамо электротурой тоже используют. Вот здесь вы можете понять, вот брус, который отсекает ненужный объем, и все, и силуэтов не видно. А потом уже вот ручная работа, стамески, вот эти вот. Это очень долго будет делаться, вот, очень. Ну, они лицо нарисовано, но не вырезано, да? Видишь. Басы убирают свои. А этот макет храма какой-нибудь устанавливается, да? Макет там вот видите половицы, ниже половицы фундамент железобетона. Вы можете пока пофотографироваться, потому что пока мы ходили, тут китайцы пришли, придется. Так, вы новый строитель остаетесь, пока не реставрируете, отсюда не уедете. Нанесены эскизы ресурсы, а в самом углу эта работа практически завершена. Здесь уже, как видите, на месте проводят работу.
А сюжеты берутся из буддийских эпосов. Самый первый, конечно, Махабхарат и Рамаян. Смотри, какое качество. Смотри, какое качество. Если бы они с нашей виски вот это было. Почему быстрее-то мы отстали уже от него? Прямо вот. Билет покупай надо, вот на лодо много времени нужно, да, там туалет есть? Да, туалет? Туалет. Вот там уже снег что-то дело. Не могу. А скажи ты номер машины наш. 3203. 3203, да? 3203, белый минивэн. 15.30, где паркинг? 15.30? Да. 15.30 уезжаем. 3.30? Так рано? Действует 15.30. Паркинг. Домой 15.30? Да. Нет, 15.30. Нет. Сейчас расскажу. Наша программа. А, программа? Так, сафари. Сафари есть два зоны. Есть, где закрытые и где открытые. Который малин и сафари. Начало вот будет, где внутри. Малин парк называется. Там шоу. Морской котики, орангутанг, дельфинов. Да, примерно посмотреть. И там обед. И там покурят, фото, покормить, где жирафы, лимон или другой сегодня там, внутри, на шара. И 15.30, где паркинг. Еще дети, последние дети на какие открытые, которые сафари. Это на... Да, последние, еще 30 минут дети на сафари. Да, 400, примерно до 400. А потом, те, которые где съем. Там пол пятого, там собирается наша группа и домой. Так, начала, я внутри. Там еще раз расскажу. Пойдем. Thank you.
картинка. Все, гуляем, да ведь везде, да? Тут лошадки, пони. 1.40, да? Ресторан 1.40. А эти в 11? Эти в 11, да, эти в 11. Вот так, ищи. Кстати, мне там больше даже. Не знаю, кто здесь. Лариса, можешь мостика, слышишь, Лариса? Вон мостик. Что это? Что это? Что это? Фига, восик шатается еще, оказывается. Ага. Не особо здесь. Сафари у нас будет еще самое интересное. Пеликаны. Птичий двор называется. Много вообще как. Называется птичий двор. Дофига их. Ну вы же захотели лишние деньги потратить, вот потратили. Это, Саша, там мы были, а здесь не были. Ничего. Ну, здесь тоже очень много интересного шоу. А где интересно? Подожди. Сейчас шоу, два шоу. И... Вот на такую бы. Обзорка полчаса нас будет катать. Фигай там стойбище, смотри, как они траву делают специально. Фигай,
А что, говорят, тигров, львов нету? Что, Саша, не готовы чтобы отправить? Я нет. Жара, Вера, будешь 15. Ну они крупные, я тебе скажу. А где еще в кустах? У-у-у. Раша. Морское. Марш. Я хочу зал свой. Огромный зал, который мы обедаем, зоопарк. У нас в Новосибирске такого зала нету, зоопарк. Стадион. Смотри, я вот это хочу заснять. Дурдом, смотри. Смотри, дурдом. Битва за Сталинград, смотри, Ира, я заснимаю. Ёлки-палки, ужас. Смотри, кошмар, как говорится. Вот так у нас такая очередь. Вот такая очередь идет на шоу дельфинов. 5000 человек вместимость этого стадиона. Сейчас все борются за лучшие места, которые здесь есть.
и съешь бегом друг через друга, прыгая. Мы с Арисочкой, с моей миленькой, оказались самыми хитрыми, прошли вместе с детьми. И поэтому мы сейчас сидим на трибуне, заняли центральное хорошее место. А все остальные вот такой дурдом. Ladies and gentlemen, please welcome our superstar, and Trainer!
Are you ready?
Фигаешь, тут вообще тьма. Ара, ара, ара. Сильвер, где-то там. Все нормально, что-то. Ага, не думаю даже просовывать камеру. Ира, не советую бить дурацкие. Клинеры же поели. Самое интересное я пропустил. Мы там Витя, ну хотя бы видео. Иди, мой маленький. Хотя бы фото сделаю. Стой, стой. Сейчас, подожди, не все сразу. Не вообще опасно. Опасно очень. Вода грязная, ужас. Пару, вообще вода меняется у них когда-нибудь, нет? Блядь, смотри.
Они везде могут купаться. Они же дышат воздухом, а не морской водой. Ну, немного чего. Ходили, может, там были. Сейчас пойдем. Сейчас. Ого. Лариса на рыбалке рыбачит. Рыбачит. Лариса на рыбалке. И Витя, иди на рыбалку. Спорим, я поймаю его одной рукой. Одной рукой спорим, садись. Нет, на 1000 бат. Одной рукой не поймаешь. Поймай. Садинка. Да, забрать. Какой холеный весь, да, смотри? Все цвета, прям жопа такая аж сразу же, розовая. Да вообще капец, грязный ужас. Это машина для убийств. Машина шок. Иду очень на это, на руку. Семечек нет, что тебе? Идешь ко мне? Идешь? Пожалуйста. Ну иди. Почему тебе говорят, что корм покупаешь? 50 бат корм. Все, Рис, пойдем, наверное, да? О, тихо-тихо, я сниму. Классно. Не спугни, Варис, не спугни. Раз.
Такая... Резек этот аппарат. Ты сейчас покажешь фотоаппарат. Где самое клевое место, где мы кормили птичек с Арисой. Мария рога аккуратно варит, боднет. Самец, это его гарем. Маленькие оленятки его бегают. Скажите письки. Все дружно. Они так и говорили. Уважаемые товарищи россияне. Саша, подай, пожалуйста, вам стрижили вам эту бутылочку. Куда мутно и темно. Ну темно, потому что освещение отрицательное. А может прийти? Зачем? Валер, дай мне штопор. Нет, дай штопор. Штопор, Валера, штопор. Знаете, что у нас нету, а? Я только сейчас даже до меня дошло. Наливайте. Стаканом. Виолетта, и мне, знаешь что, Виолетта, мне отдельную бадью, называется квас российский. Вдруг наш кусочка, она будет нормальная пивнушка. Да, такой человеческий. Тут ребята из детства пьют. Ну, сейчас так заскочила. Нормально. Газана, рады. Мне Чурикова так нравится вообще. Какая Чурикова? Вот это? Чурикова. Вот это? Да, да. Это которые? Все остальные говно. А, это... Лиха. Так, давайте. Спасибо, конечно. Давайте. За. Давайте. Еще один Что-то не пойму, Петя какой-то десантик, что к чему. Был с вами. Саша, чокайся. Все, пивчик. Я еще перестал. Ура! Не раз.